Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жанно Самаюктам Винда Вана Манухарам Ванча калпатару васче кипасинду бевач, патитананг павоне бхавишнаве бьо наму нама, мукан кароти вача ланг пангунг ланг хетгирим, ят кипатам ханг банде парма нандо мадвум, бриндавай тулсиде бой пиявай кешва сача, снабхакти паде деви сатто ваттвай наму нама. Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девиṃ сарасватиṃ вясам тато жайо мудире Саṅкиртане кришна катхопадеш Гаурия патрасья пракасане ча Чадануракта гуру бхакти йокта Бхакти прамадакша жагод варанна Дейям сада парибхавагнам авиштадухам, тетхасвадам сивавиранчанутам сараньям, бхитаттвихам панатапалбхавадипутам, банде махапурушате чарнаравиндам, ятпадапаллаванакачандаманичатая, биспуриджитакмапигапавадушвадарши, пурананурагрососагросарамурти, Саратикамай кадан кипан крус. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда. Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда. Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Аджану ламбита бхужау канука бодату, Саṅкиртанай капитарау камалайо такшау. Вишам бару дижа бару жагадхарма палу банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вибуши табаму бхагам Нараяно прияманго мада пахарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджусва бадане Лакшми джасва ча бхакшаси Джасьясти хиде самбид Твам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Тасмат гуру прападдето, тасмат гуру прападдето, джигьясу сриям иттамам, шабде парича ниснатам, браммани упасамасриям.
Tasmad guru prapaddeto jigyasu sriyam uttamam shabde paricha nishnatam brahmani upasamasriyam. Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru told to get established in the Achar Adarsho Shiksha of Chaitanya Mahaprabhu is called Vastavik Diksha. Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что принять наставление, учение, поведение, характер, идеализм Шри Чайтаньи Махапрабху. Это и есть подлинная дикша и признак подлинного проповедника. И подлинный проповедник может проповедовать только тогда, когда он полностью утвердился в идеализме, в его жизни, в его учении, в его характере Шибана Махапрабху. И вот если мы утвердились в его учении, то тогда мы можем стать проповедником. Проповедь автоматически произойдет. И эта шлока, с которой начал, она очень важна. Но нестабильная ситуация этого материального мира, она всегда мешает нам. Always hesitation, always some sort of doubt, suspicion cannot allow. Всегда какие-то подозрения мешают нам достичь правильного пути. И это в этом обычное такое состояние этого материального мира. Иногда мы думаем, что это правильный путь, через который мы можем понять, осознать абсолютную истину. Иногда мы думаем, что вот наконец-то нашли тот путь, через который мы можем достичь абсолютной истины, абсолютного послания, и пытаемся следовать ему. И через какое-то время нам надоедает, нет, не то надоело. Мы опять ищем что-то. И вот через какое-то время следуем, слушаем, и потом думаем, опять надоело. Опять меняем. И таким образом наше такое нестабильное состояние не позволяет нам обрести бхакти. Но есть что-то наверняка. Если у нас есть потребность, подлинная потребность, подлинное желание, искреннее стремление обрести абсолютную истину и ее абсолютное послание, если у вас есть такое стопроцентное желание внутри вашего сердца, то тогда, несомненно, Баладефон поможет вам. Чему Прабхупада говорит, кто-то, если плачет, молится Шри Прабхупаде, что не может обрести садгуру, что очень неудачлив, и Шрила Прабхупада говорит, что такой человек глупец и недостаточно искрен. Садгуру мы можем обрести благодаря помощи Нитянанды Баларама, своими личными попытками, используя свои органы чувств и все остальное, какие-то материальные эти представления, это нам не поможет. И вот в тот день я говорил, еще месяц назад, один образованный человек из какой-то образованной семьи, с прекрасной семьи, он говорил, пришел в Шри Чайтанья Матху слушать какую-то харикатху от Шрилы Прабхупады. Потом пришел, в общем, пришел, потом ушел через какое-то время. Ну, так приходил и уходил, так, ну, не постоянно слушатель бы, слушатель был, его удача была не столь велика. И вот тот человек посмотрел, что Ачарья, Шрила Прабхупада пошел в поле посмотреть, что там делают, встретиться с теми, кто вот занимается
этим садоводством, и тот подумал, что за черри такой ходит в сад, смотреть, как там фрукты, овощи растут, и как там все делается. И вот этот человек подумал, что за черри такой, который не настоящий, наверное, который ходит там по огороду, смотрит, как все растет. И вот он оставил Шрилу Прабхупаду и ушел. И потом встретил каких-то сахаджи. Потом понял, что что-то не так пошло. И сейчас вот главная проблема, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, в Джайва-дхарме, в Чайтанье Шикшамрите, везде мы можем найти. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, если я пойму, что чистый преданный, там, точнее, если мы подумаем на чистого преданного, что не преданный, и оставим его, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, чтобы если мы примем какую-то обусловленную душу, падшую душу, в качестве гуру или еще хуже, садгуру, это очень опасно. И также опасно, если мы подлинного садгуру, подлинного чистого преданного поймем превратно и подумаем, что он не преданный, это тоже очень опасно. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, садгуру тот, он вездесущ. Он вечен, Шрила Бхактивинода Тхакур дает гарантию, я могу показать вам в Саджанатошине. И вот там Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что садгуру, он всегда есть в этом материальном мире. И из-за нашего из наших неправильных представлений мы можем встретить садгуру, но не узнать его и пройти мимо. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что садгуру всегда в этом мире, это происходит по воле Бхагавана. Но если вы встретите садгуру, то не всегда можете понять, что это садгуру. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, поскольку мы хотим какие-то материальные понятия применять к нему, и поэтому обманываемся. Пытаемся оценить его с помощью каких-то материальных органов чувств. Поэтому таким образом никогда не сможем узнать подлинного садгуру. Не сможем опознать его, если у нас будет настроение, такое подозрение, попытка все проверить, измерить. Шрила Прабхупада много раз говорил, что логическое понимание не может стоять на пути к той абсолютной истине. Абсолютная истина, она не лишена преданности. Абсолютная истина не лишена преданных. Абсолютная истина, она не лишена дамы, намы. Абсолютная истина, значит, Бхагаван, Бхагаван и его все спутники, все преданные, вся дама, нама, да, лила, парикар и все остальное — это одна единая Бхагават-таттва. Но мы не можем осознать этого. И это, в этом главное. Адвайгьян-таттва не значит, что она лишена какого-то разнообразия. Адвайгьян-таттва не значит, что это Адвайгьян-таттва лишена этого разнообразия, трансцендентного разнообразия. Вот апракита-вайчитра, значит, трансцендентное разнообразие. И вот апракрита вайчитра, она есть, но Шрила Прабхупада много раз говорил, чтобы найти, если кто-то каким-то материальным умом находит какие-то недостатки в трансцендентном, это плохо, это запрещено. Если мы своим материальным умом
пытаемся найти какие-то недостатки в трансцендентном разнообразии. Это нехорошо. Разнообразие в единстве, единство в разнообразии — это есть адвайгентатва, но кто может понять это? И вот та шлока, с которой я начал. Поэтому, и вот увидев невечность этого материального мира, его плачевное состояние, если я буду говорить только о брахмачари и саньяс врате, вы будете шокированы. Как контролировать свои органы чувств. Чтобы они смотрели внутрь себя. Чтобы глаза, уши не стремились наружу, а стремились внутрь вас. Чтобы все органы чувств не развернулись и стремились к внутреннему миру, к атма-татве, когда все наши органы чувств, они оставят все внешние дела. И вот когда они оставят вот эти шесть органов чувств, гьянендри и кармендри, то есть те, кто делают, и те, кто получают знания. Типа глаз, уши. И вот все эти десять во главе с умом, ум — это одиннадцатый. И когда все они обернутся внутрь, им надоест стремиться за чем-то внешним, то в этом случае у нас будет шанс. Иначе малейшее отклонение от пути брахмачари может скинуть нас с пути, и мы будем наказаны. Hello. This way, Prabhupada repeatedly told. Not only told, Prabhupada wanted to drive away, go away from temple. Hello. Love letter was discovered from the leg of Gauranga Mahaprabhu. I say out. So how much restriction? Slight, my eyes going to look some Mataji. В общем, если кто-то принял обет брахмачари, то должен следовать ему. Если не может, то не нужно принимать непосильных обетов. Как в случае вот с маленьким Харидас Такуром, он внешне вроде ничего не сделал, но в уме подумал, и поэтому Махапрабху вынужден был сказать. И вот Махапрабху говорит, что мой ум не находится под моим контролем, я не могу потерпеть никакого брахмачари саньяси, которые приняли отреченный уклад жизни и стремятся к чувственным наслаждениям. Все тела состоят из пракрити, из материи.
using, whatever you are using, whatever you are using, all matter, all prakriti, nature. Все это пракрити, природа, наше тело, ваше тело и все остальное. Money, position, whatever, mind, material, matter, all matter. Your, even your mind is also matter. Даже наш ум, он тоже материален. Пракрити. You are going to lend. You are going to lend all your body, everything from prakriti. You will have to give return. Когда мы оставляем это тело, ну, душа оставляет тело, то все остается здесь, в этом мире. Мы вынуждены будем вернуть то, что взяли на время нашей жизни, все эти пять первых элементов. Your body can decompose, decompose. Your body can decompose, and five elements can. You will have to give return all your five elements from your body. You will have to give back. So all nature, even your intellect or what you apply, but all nature, prakriti, and your atma is only chinmay. That's the only thing, but you cannot realize. It is there inside, but you cannot realize. By the help of that atma, и вот с помощью этой атмы, если души не было бы, то если бы Бхагаван, он забрал бы все души, все трансцендентные души, весь дух этот, из материального мира. И вот если Бхагаван захотел бы забрать все души с этого материального мира, то все бы стало безжизненно. И вот если Бхагаван бы захотел забрать все души с материального мира, то вся эта материя, она стало бы бесполезно, безжизненно. Много раз я говорил, если кусок железа поместить в огонь, то он примет форму огня. Но потом, если забрать, то этот кусок железа может сжечь вас. Iron has no capacity for burning. Okay, it was in contact with fire, so the property of fire entering into this iron bar, now it is capable, it can burn it. Follow what I say. Similarly, atma is there. Но потом, когда он, то есть оно приобретает качество огня, если вытащить это железо из огня, то оно остывает постепенно, и также душа, когда она из-за того, что душа есть, то эти существа не живые. И вот атма-татва. До тех пор, пока мы не заинтересованы в атма-татве, мы никогда не сможем начать харибаджан. До тех пор, пока мы невежественны относительно атма-татвы, мы не сможем начать харибаджан. Харибаджан, он невозможен в этом случае. Атма-татва — это когда мы начнем задавать вопросы о душе, кто мы, откуда пришли, какова наша связь с Бхагаваном, Бхагавана с нами, какова наша природа, куда же мы пойдем, оставив это тело, это все атма-татва, как в случае с Санатаном Гасаем. Санатан Гасай, он вечный спутник Гуранги Махапрабху, всю жизнь задает вопросы, кто я, куда я пойду, почему я страдаю от этих гун материальной природы, сатва-раджа, тамагуна, всегда не беспокоит меня, почему. И вот до тех пор, и вот для начала мы должны достичь сатва-гуны. И
И вот после сатвагуны, если мы оставим сатвагуну, достигнем абсолютно сатвагуны, то это хорошо. И вот тасмагу пропадет таджи гьясу шри уттама. Шри уттама значит вопрос о нашем подлинном «я». Джигьясу значит самовопрошение о вечном, высочайшем благе. О, если у вас нет такого самовопрошения, то и вот когда у вас возникнет такое самовопрошение, вы можете прийти к подлинному садгуру, чтобы обрести подлинное. То есть, если ваша удача плоха, то вы не сможете встретиться с садгуру. Тасмат гуру пропадет таджи гьясу шри уттама. Вы должны приблизиться к такому гуру, который сведущ в Шабдабрахме и Парабрахме. Шабдабрахма значит ананта. Вот это шлока. Шабдашастра значит все шастры. Все шастры, они подобны океану. Это бесконечный океан шастра. И вот среди них кто может обрести, извлечь суть и дать вам эту суть. Это не шутки. И поэтому Шанкара Бхагаван говорит, так много людей задают такой вопрос. Даже в Южной Индии я был один саньяси, ученик Шрила Бхакти Прабхупады Госвами Махараджа тоже задал такой вопрос, почему? Ваш Шанкар Бхагаван говорит, и вот Води Саньяси спрашивают, почему Шанкар Бхагаван говорит так о Бхагават-таттве. В Бхагават-таттве Вигьяне Шанкар Бхагаван говорит такие слова. Что это? Это подобная эволюция. Он говорит, Шанкар Бхагаван, что я знаю Бхагаваттатву по желанию, по милости Бхагавана и Шука. Он тоже знает. Если Дев Госвами знает или не знает, я не знаю, что это, как он не знает об этом. Если Дев Госвами, Шакти Веша Аватара, он составил Бхагаватам, как он может не знать. Конечно, Бхагаватам вечна, только вот он выразил что-то. А Шанкар Бхагаван говорит так, как это вообще возможно. И вот помимо комментариев ума мы не можем понять. Только с помощью бхакти, духовной практики, чистой духовной практики. И вот с помощью комментария, с помощью ума, разума материального нельзя это понять, только вот Бхагаван говорит такие слова, только и только с помощью бхакти кто-то может познать меня. Только единственный путь. Что же это за путь? Я могу быть познан только с помощью чистой преданности. И такая эволюция буквально. Они задали вопрос, как это возможно. И Шанкар Бхагаван почему говорит так? Я сказал, смотрите, Шанкар Бхагаван не говорит, что Вьяс ничего не знает. Шанкар говорит, что Вьяс может знать, а может нет. Поскольку Вьясадев Госвами составил Бхагаватам по желанию Бхагавана, Шакти Веша Аватара. Понимаете? И сейчас
Например, какой-то праздник здесь. Если я займу вас в готовке, что нужно что-то готовить в честь праздника. Если я спрошу вас, какой вкус параману, не факт, что знаете, вроде только готовите, надо спросить тех, кто ест. Можно, конечно, предположить, что она сладкая и вкусная, но поскольку еще не ели, повар еще не ел, не может сказать. И вот Ясадев Госвами, также он подобен повару, он... Поскольку в процессе готовки, особенно в индийской традиции, те, кто готовит, они не пробуют. Они сначала предлагают это Господу, потом только вкушают. И вот 12 махаджан. И нету, смотрите, в списке нет этого Ясадева Госвами. Шаямбу, Нарада Шамбу. Здесь вот есть список этих 12 махаджан. Bhishma Bolir Vyasukirvaya. That doesn't mean Vaisdev Goswami knows nothing. It means there is no confirmation. Здесь нету Ясадева Госвами. Тут в этой шлоке говорится, можешь знать, а можешь не знать. То есть он подобен повару. И вот до тех пор, пока мы не услышим Бхагавад-катху от самосознавшей себя души, я уже говорил это, еще раз повторю. До тех пор, пока нам не выпадет удача услышать Бхагавад-катху от самосознавшей себя души. Вот Бхакти Камал Мадхусудан Госвами Махарадж, он говорил Бхагаватам, Харикатху по Бхагаватам, и он всегда говорил, что все наставления Бхагаватам, вся Сиддханта должны быть применены практически в нашей жизни, даже перед Шрилой Мадхава Госвами Махараджем, которого он очень уважал, он говорил, что вся Сиддханта, все учение Бхагаватам, Шримад Бхагаватам должно быть найдено в моей жизни в практической форме, и тогда можно сказать, что я Бхагавата. Вот есть Бхакта Бхагавата и Грантха, Писание Бхагавата. И вот только Бхакта Бхагават может понять Грантха Бхагаватам, тот чья жизнь сама по себе подобна Бхагаватам. Он может понять Бхагаватам, а просто какой-то ученый, эрудит, нету никакой гарантии, что он поймет Бхагаватам, иначе мы могли бы пойти к ним, пытаться что-то, чему-то научиться у них. Глупые люди, конечно, бегут в такие места, мы должны пойти к самоосознавшей себя душе, которая осознала всю суть Бхагаватам. Тот, к тому, кто сведущ в Шабда Брахме и Парабрахме. Тот, кто в процессе совершения служения осознал все, как Рада Джива Госвами Пад. Он служил Рада Дамодаре, и в то же самое время он извлек суть всех шастр и записал это для нас. И вот это наставление.
Бхагавана Шри Кришне Удаве. Если вы развиваете такое самовопрошение внутри вашего сердца, вы должны достичь садгуру. И вот эти слова означают, Джива Госвами подпишет, например, наш гуру, садгуру, у него нет никаких материальных желаний и прочего. Но если мы зададим вопрос нашему гуру, потому что он не сведущий шастра, вот как гуру Кишора Баба. Гуру Кишора Баба может ответить на любой вопрос, на любую сиддханту. Но цитировать шастру непосредственно он не может. Как вчера я сказал о Мадхусудан Дас Бабаджи Махараджи. Сама Радхарани пролила на него свою милость непосредственно, даже накормила его едой, чапатями, и он может ответить на все вопросы, но цитировать конкретную шастру, конкретную стих он не может. Но Харинам и Шастра, они не отличны друг от друга. В форме Шабда Брама, Нам Прабху, мы обрели все. Мы можем обрести все. Но кто-то может возмутиться, что не цитируют Веды, Бхагаватам, Рамайну, Махабарату, что-то человек необразованный. Но это неправильно. Я могу. Я вот буду говорить о Шриле Прабхупаде на день его явления, когда Шрила Прабхупад получил дикшу от Гуру Кишора Дас Бабаджи Махараджа, день ухода. Это была подобная эволюция. И вот если мой Гуру Падма не может ответить на какие-то вопросы и шастр, то мы можем сомнение выразить, и это может стать причиной нашего падения. Поэтому Джива Госвами Пад написал комментарий на эту конкретную шлоку. Лучше, если мы пойдем к тому гуру, который может ответить на наши вопросы, развеять все наши сомнения и подозрения с помощью шастр, и сможет вложить прямое чувство себя в наше сердце. Если Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж не имел бы представления о себе, в уме он совершает служение во Вриндаване Манасева, а здесь повторяет святые имена. Если бы не было бы такого доказательства, свидетельство того, что Гуру Пад Падма, он может вложить чувство своего сердца в нас, если мы искренне, если мы достаточно искренне, если мы не обманщик, то Гуру Пад Падма может вложить чувство своего сердца в нас. И поэтому Джива Госвами Пад говорит, лучше, если мы приблизимся к садгуру, который может ответить на все ваши вопросы. И через, если вы искренне, то Гурудев во время дикши может вложить чувство себя в ваше сердце, и вы будете стремиться к совершению этой севы, как Джагамадхи, они хотели какое-то служение, и это свидетельство тому. Не будьте одурачены. После
обретение дикши вас, подлинной дикши вас, если возникает желание служения, то значит, что дикша совершена. Если никакого желания служить не совершает, то не возникает, то и дикша была такая, не настоящая. И таково правило. Бхагаван Шри Кришна говорит: Магавигга гурум шантам упашита. Тот, кто знает, Бхагаван Шри Кришна говорит, Удаве, тот, кто, у кого есть полное знание обо мне, как Шри Чайтанья Махапрабху говорит о Санатан. Тот, у кого есть полное знание о Кришна Таттве, он есть гуру. И Бхагаван Шри Кришна также говорит, мы можем принять прибежище у того гуру, кто шанта, у кого есть, нет никаких материальных желаний. Тот, у кого есть полное знание обо мне, о моей Таттве. И вот времени мало. И вот Шрила Бхакти Камала Мадхусудан Госвами Махарадж, великий спутник Шрилы Прабхупады. Кто-то может его недооценивать, но Шрила Прабхупад говорит, вы должны смотреть на настроение преданных. Если эти преданные или ученики всячески стремятся захватить положение гуру, его пост, и вот если вы увидите, что какой-то ученик постоянно хочет захватить пост Гурудева, то это Майвадья, а не ученик. Я вот в следующий день буду говорить об этом. И вот если они хотят получить заслуги Гурудева, его славу, его положение, то это очень опасно. Это такие люди, подобные Майвадье. Ну, не подобные, есть Майвадья. Это признак такой болезни Майвады. Как некоторые доктора, им не нужно проверить ваш пульс, чтобы выяснить, чем вы болеете. Вот был один доктор Ведан Чандарай, известен по всей Азии и даже в остальном мире. Его президент Никсон Америки пригласил, чтобы лечиться у него. Другие ему как-то не могли помочь. И вот он пригласил его. Самолеты для него организовали. И вот он посмотрел на эти глаза Никсона, даже не трогал его, выписал лекарство, стоило на 12 копеек, дешево очень. Где-то 10-12 таблеток, сказал, вот это выпей, и все. И так вот этого президента Никсона очень дешево вылечил. Тот сказал, что хочу что-то отблагодарить вас. Тот сказал, ничего не надо, наша страна бедная, лучше стране помогите, чем мне. И вот если такой материальный доктор, очень ученый, могущественный, то и вот в Калькутте, то, что говорить о чем-то другом, и вот в Калькутте, если на машине ехать до Хавры, там есть улица Сатьянарайана. И вот он ехал, сказал водителю остановиться, позвал какого-то мальчика, тот чай продавал. Сказал, иди сюда, что случилось. Кто он сидит? Там двухэтажный магазин был,
листья обители, наверху продавали, внизу чай. Вот он спросил, кто сказал, отец мой, вот, 5 часов он умрет сегодня. Тот просто из машины его видел, и вот сказал, что в 5 часов сегодня тот помрет. Действительно помер. И вот суть в том, что если какой-то материальный доктор столь могущественен, что говорить о гуру Вишнавах, если такие доктора-материалисты иногда достигают такого совершенства, чистые преданные тем более могут насквозь видеть ваше сердце. Шрила Бхакти Камал Бадхусудан Госвами Махарадж. И кто-то может недооценивать его. Кто-то говорит, что в целях проповеди они его так низко ценят, но шаста такого нету. Почему? Кто-то критикует великих преданных. Люди говорят, что такая техника их проповеди. Но то, что, такой техники проповеди в шастрах нигде нет. Что нужно критиковать более возвышенных, чтобы как-то самоутвердиться. Это ничего подобного нету. Мы можем проповедовать только по милости Нитянанда, если у нас есть такая вера. Я говорю Харикатху по милости Прабхупады и Баларама. Если у нас есть стопроцентная вера в это, то никто не может остановить нас. И если я думаю, что мы проповедуем, говоря что-то, то это признак того, что мы не проповедники, а просто какие-то падшие души. И вот те, кто... И вот если мы гордимся тем, что мы делали или делаем, то это признак непреданного. Мы должны думать, что все делается Гуру Падпадмой, Шрила Прабхупады Бхактивинода Такуром через нас. Когда я и пишу письмо, я пишу вся слава Шиши Гуру и Гауранге. Ну, то есть обычно такая традиция есть писать заголовок. Не заголовок, а сверху. Ну, в общем, прежде чем начать что-то писать, и пишется вся слава Шиши Гуру Гуранге, потом люди часто про себя пишут, но это глупо получается, что первая строка вроде как, что вся слава Шиши Гуру Гуранге, а потом только себя представляют. То есть такие люди не в невежестве, не понимают, что... Если написали, хотя бы, ну даже если так подумать, что уже если написали, что все слова Шиши Гуру и Гуранге, то нужно продолжать в том же духе. Как Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, он никогда не гордился ничем. Я Шрила Пури Госвами Махарадж, я сидя в Ясоса, не могу заявить что-то проповедь, которую совершил Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж. Я сидя в Ясоса, не могу говорить лжи. Если я скажу какую-то ложь, то я помру. И вот я могу гарантировать, что это проповедь, какую совершил Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, прямо или косвенно. С помощью Харикатхи или с помощью своих слов и книг мы не можем сравнить это ни с кем. Это была подлинная проповедь. Это не какая-то обычная проповедь, а
подлинная проповедь, я имею в виду это Сиддханта Гуранги Махапрабху. Это была Сиддханта Шилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура. Я не смотрю на цифру, на количество, а смотрю на качество, поскольку подлинная проповедь и качество, они должны поддерживаться какого-то высочайшего качества. И вот в этом отношении я могу сказать, что мы не можем сравнить никого с Шилой Сиддхартхой Госвами Махараджем, как он подлинный проповедник, поскольку его, с помощью его проповеди Гуранга Махапрабху был очень доволен, и Шрила Прабхупада был очень доволен, и Бхактивинода Тхакура был очень доволен. И это главное, если мой Гурупад Падма доволен мною, то это и есть наша подлинная Гуру Дакшина. Если Гурудев доволен нами, то это очень хорошо. Если Гурупад Падма доволен нами, то и Бхагаван доволен. И вот кто-то может недооценивать. Обычно это из-за какой-то гордости, какой-то зависти происходит. И вот кто-то может как-то принижать заслуги великих вайшнавов. Но я никогда так не делаю. Много раз. Вот меня приглашали на день его явления ухода, я посещал эти мероприятия, и вот он родился в брахманской семье высокого класса, Нуакхали, в Бангладеше сейчас это место. Он очень хорошо учился. И вот он поехал в Калькутту получать высшее образование. Деревня Баджитпуром называлась. И вот он посетил учился в Калькутском университете, и потом он очень хорошо знал английский. И потом и вот потом его пригласили на работу в Амрита Базар Патрику. Этим субредактором он хорошо знал английский, бенгали. Он был очень любознателем. Его имя было Нипендранат Саньял. Еще Нишканта Саньял был ученик Шрилы Прабхупады, у него тоже такая фамилия была. И вот это 22 года уже он получил работу. И в то же самое время была выставка в Калькутте, в Гаудия Миссия. As a reporter, he was saying, "Hello,
Amrita Bajar Patrika, you will hear me. Amrita Bajar Patrika locality of this Amrita Bajar Patrika office is just near. И вот этот офис Амрита Базар Патрики. Вот был рядом с Бхагбазар Гауди Мисси. Бабжи Махарадж там дом был рядом. Ну, в его там, как его в детстве. So they are all one team of reporter going to Bhagavad Gauri mission. И вот там однажды эта команда репортеров пошли в Бхагавадзар Гауди миссию, чтобы какие-то новости у них узнать. Была выставка. Да, выставка была, и были какие-то эти комментаторы, чтобы люди поняли, что там показывают на этой выставке. И вот эти репортеры подошли, начали спрашивать, что, где, зачем, почему, почему, так, почему, так, что там нарисовано и прочее. Вот они начали, и вот они задали одному маленькому преданному такой сложный вопрос, тот не смог ответить. Сказал, что я не могу ответить, но мой Гурудев Парамхамса Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур, он в своем баджан-кутире, можете к нему пойти и спросить, а я не могу ответить. Всем нужен был детальный ответ. И в итоге что случилось? Они и вот Шрила Прабхупаде сказали, что какие-то репортеры с Амрита Базар Патрики пришли, вопросы какие-то к вам. И вот они зашли в комнату Шрила Прабхупады, когда они зашли. И они были шокированы. Настолько великая личность. И увидели его лотосные стопы. И он спросил, да. И вот они начали спрашивать свои вопросы. И Шрила Прабхупад, подобный льву, отвечал на все. И среди всех этих репортеров был Бхакти Камал Мадхусудан Махарадж, этот Нипенданат Саньял. Он был очень поражен, вдохновлен. Он никогда в своей жизни не видел такого могущественного саду. Он был подобен льву. Он сиял, как солнце. И услышав все его ответы, они были счастливы. И Шрила Прабхупад понял сердце его. И вот это был первый раз, когда он встретился с ним. Это первая встреча была этого Нипенданата Саньяла с Шрилой Прабхупадой. И потом, когда у него было свободное время, он ходил в этот Гаудия Матх, он никогда не мог забыть сияющий образ и могущество Шрилы Прабхупады. И вот он приходил и однажды решил, что я должен буквально предаться этому Махапурушу всем сердцем и душой. И вот он решил предаться этой великой личности Шрилы Прабхупаде. И вот он пошел просить прибежище у него. Он сказал, что я оставлю всю свою работу. Я хочу служить вам. И Шрила Прабхупада сказал, хорошо. В 1926 году он принял посвящение. Получил харинам, дикшу. Потом получил эту красную шафран. Шрила Прабхупад ждал 10 лет, обычно Шрила Прабхупад ждал 10 лет, прежде чем ждать кому-то
шафрановую одежду, но иногда давал саньясу через пару лет, как Бундава Госвами Махарадж получил харинам, дикшу. Саньяс в течение двух лет, Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж тоже, это удивительно. Почему Шрила Прабхупада так сделал? Он знал Шрила Бхакти Прадипа Тиртха Госвами Махарадж. Вайканас Госвами Махарадж, они не... Ну, они не... Им Шрила Прабхупада дал быстро саньяс и все остальное. Обычно человек, Шрила Прабхупада ждал 10-20 лет, смотрел на характер того или иного преданного, и потом решал, что ему дать. И вот тот самый Шрила Прабхупада, вот он дал ему быстро харинам, дикшу и шафрановую одежду, и потом его, он получил имя Нароттам Ананда Брамачари. Шрила Прабхупада, он знал о качествах того ученика. И вот он послал проповедовать его. С Госвами Махараджем они проповедовали в Бомбее, в Южной Индии. Во многих других местах, в Мадрасе, в Кабуре. И потом и вот так это было, они проповедовали под руководством Шридхара Махараджа еще там был. И вот следующий. Вот он потом получил саньясу от Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа, он уважал его как второго после Шрилы Прабхупады. И даже Нароттама Ананда Брамачари, Бхакти Камала Мадхусудана Госвами Махарадж, его сердце было настолько велико, что он сказал, что когда я слушаю Харикатху, вот Прабхуджапада Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа, я думаю, я слушаю от Шрилы Прабхупады. Это такой комментарий он дал. И вот он был таким открытым человеком, без всякой зависти. Он искренне сказал, что когда я слушаю Харикатху от Прабхуджапада Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа, я думаю, я слушаю от самого Шрилы Прабхупада, его Харикатха. Нет, лично. Но сейчас можно наблюдать, люди спорят, завидуют друг другу. Если есть какой-то хороший преданный, пытаются выгнать его отовсюду, что он там не наш. Заниматься политикой — это не баджан. Грязная политика — это не баджан. Те, кто любит политику, должны ей заниматься, а не оскорнять этим путь баджана. И в итоге он отправился в Бомбей, поскольку Шрила Прабхупада спросил Мадхусудана Махараджа проповедовать в Бомбее. Вот они после Южной Индии поехали туда, и Шридхара Махарадж тоже там был, и они проповедовали в различных местах очень научно. И все люди там были очень вдохновлены, восхищены. И какой-то один инженер, ну, в смысле фамилия у него была, инженер,
инженером не работал, а просто фамилия такая была. Он был большой шиш какой-то. Был президентом какого-то общества. И вот он пригласил преданных Гауди Матха, чтобы говорили, они говорили Харикатху на этом собрании. Наш Бхактикамал Мадхусудан Махарадж, Наутамананда Брахмачари, Сиддхартха Госвами Махарадж. Вот они говорили Харикатху с великим энтузиазмом. И все образованные люди очень были вдохновлены слушать эту Харикатху. И в итоге что случилось? Они пригласили Шрилу Прабхупаду. Они сказали, что пригласили очень Шрилу Прабхупаду. И вот Шрила Прабхупад поехал в Бомбей на проповедь. И вот когда они видели Шрилу Прабхупаду, услышали его слова и его Сиддханту, они были очень вдохновлены, удивлены. И вот этот человек с фамилией инженера, он попросил Шрилу Прабхупаду, наша просьба от имени нашего общества. Я прошу вас открыть отделение Гауди Матха в нашем городе, в Бомбее. Шрила Прабхупада сказал, хорошо, попробуем. И Шрила Прабхупада передал на ответственность эту Сиддхартха Госвами Махараджа и Бхактикамал Мадхусудан Госвами Махараджа. Шрила Прабхупада говорил с Наутамананда Брахмачари, это вот Мадхусудан Махарадж, Дупниати Саньяса. И вот он сказал, что сказал, что хочет передать ему ответственность за пропой в этом регионе ему. Спросил, тот не возражает. И он ответил, что любая проблема в моей жизни, если они приходят ради служения вам, то я с радостью, с великой радостью приму их. И вот он цитировал эту строку из киртана Шрилы Бхактивинода Тхакура. И вот Бхактикамал Мадхусудан Госвами Махарадж сказал, я неофит, я только вот недавно пришел на путь преданности. И вот он ответил Шриле Прабхупаде, хотя я знаю, что ваше общение может изменить мою жизнь, может вдохнуть в меня силу. Я знаю, хотя я неофит, я достаточно молод, но все же у меня есть огромная вера, что вы не можете обмануть меня. Махарадж говорит, я верю, что вы никогда не обманете меня, даже если я буду находиться вдалеке от вас. Вот этот Бомбей, он с противоположной стороны Индии. Бенгал, где жил Шрила Прабхупада, это крайний запад, то вот этот Бомбей на крайнем востоке Индии находится. То есть это на противоположных концах страны. И вот он согласился, и Шрила Прабхупад был счастлив. И вот Шрила Прабхупад проверял все эти журналы
дневники после проповеди. Они проповедовали, записывали, что происходило, что, где, когда и почему и прочее. И вот, ну как он как бы этим репортером был, и вот все это записывал. И он знал английский, хинди, бенгали. И вот, читая его записи, Шрила Прабхупада, вот и все проповеди, Шрила Прабхупад был очень счастлив, и вот он однажды послал ему посылку с 12 томами Бхагаватам, с письмом благословения Ашивапатра. Это на санскрите. И вот, получив эту посылку, Наротамананда Брамачарья начал танцевать. Шрила Прабхупада прислал ему Бхагаватам. Я думал, что я недостоин прикасаться к Бхагаватам, но Шрила Прабхупада в качестве благословения прислал мне Бхагаватам. И с тех пор Наротамананда Брамачарья, он понял, что Шрила Прабхупада благословил его проповедовать Бхагаватам. И хочет, чтобы я жил в соответствии с наставлением Бхагаватам. И Шрила Прабхупада также дал наставление проповедовать учение Бхагаватам. И вот письмо Шрилы Прабхупады, оно дало намек ему, что ему нужно жить по наставлению Бхагаватам и проповедовать ее. И вот он начал проповедовать с великим энтузиазмом. Даже Сидар Махарадж и другие, когда они слушали его объяснение Бхагаватам, они признали, что Наротамананда Брамачари даже Шридхар Махарадж, он вынужден был сказать, что его, ну, что его вот это как чтение и комментирование Бхагаватам очень хорошо. И потом, и вот они открыли там вот это отделение Гауди Матха, было основано в Бомбее. Сейчас там этот храм продали, куда-то переехали. Хануман Мандир там. Вот эта Гауди Миссия, которая захватила все они. В общем, продали, переехали куда-то к Гуру Нанак госпиталю. Вот там такое старенькое место было, но хорошее. Популярная. А так или иначе, проповедь началась. И вот много людей приняли прибежище у Шрилы Прабхупады. И потом пришла нам такая плохая новость, что Шрила Прабхупад оставил тело. И вот 31 декабря или 1 января, это около чуть после полуночи случилось, около 3:30, Шрила Прабхупада оставил тело. Вот по бенгальскому календарю это еще 31, по английскому уже 1. То есть считают с полуночи, а с восхода. И вот тут сразу бросился и поехал, чтобы участвовать в Вирахаусаве Шрилы Прабхупады. Он плакал, что слезы лились ручьем. И потом Майя, она не просто, ну, начала как-то мешать могущество Майя. Я тоже боюсь. И вот
Даже Шанкар Бхагаван не может бросить вызов Майе. В любое время Майя может захватить. И после того, как Шрила Прабхупада ушел, какие-то проблемы начались из-за влияния этой Майи. Но, с другой стороны, из-за этого проповедь началась более широко. И в итоге что случилось? Нарутам. И вот, в общем, этот... В общем, это Гаудимися захватила часть храмов. Вот народ Ананда Брамачари начал проповедовать, еще кто-то там, они начали проповедовать под руководством Шрилы Кешава Госвами Махараджа. И Шрилы Кешава Госвами Махарадж, я говорил достаточно давно о нем. И вот перед тем, как они... Шрила Кешава Госвами Махарадж основал Гауди миссию давно достаточно. И вот это Гауди миссия. Гауди Веданта Самити. Вот под этим флагом они начали проповедовать. И тем временем Кешава Госвами Махарадж Гари Паре. В одном Навадипе он получил, землю купил, в Навадипдаме там построили, потом Деванада Годимад. И вот, в общем, договорились, что Шрила Кешава Госвами Махарадж дает посвящение всем, а вот эти они, Бхактяло Парамахамса Махарадж и Нарутам Ананда Брамачари, они учеников не принимают, вот, просто проповедуют. И вот они начали проповедовать. И проповедь, стиль проповеди. Нарутамананда Брамачари был настолько прекрасен, и благодаря его проповеди два важных преданных, как Тривика Махарадж и Нарен Махарадж. И вот они пришли, благодаря проповеди этого Нарутамананда Брамачари, они присоединились к Гауди Веданта Самити, приняли прибежище Шрилы Кешава Госвами Махараджа. Потом они широко проповедовали, и после, через какое-то время их мнения разошлись. И вот они пригласили Шрилу Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджа. Он пришел туда, обсудил, услышал, выслушал всех их эти жалобы, но не жалобы, как их аргументы. Но поскольку все они были подобны льву, подобны львам, Шрила Кешава Госвами Махарадж был подобен льву, и эти тоже, но решил, что поскольку Шрила Кешава Госвами Махарадж старший, и он основал Гауди Веданта Самити, то хорошо, и мой совет в том, чтобы Шрила Кешава Госвами Махарадж остался в своем Девананда Гауди Матхе, пускай он существует под его предводительством. И потом этот матх разделить и учеников поделить сложно было. Поэтому вот решил, что ему все отойдет, а Нарутамананда Брамачари. Лично сказал, я тебе лично помогу в Майпуре кусок земли получить. В то время земля не столь дорога была. И вот одна мать, Матаджи, кто
получила дикшу у Панама, ее звали. У Шрилы Кешава Госвами Махараджи. Она пришла благодаря проповеди Бхакти Камал Мадхусудана Госвами Махараджи. И вот эта Панама была готова оплатить стоимость этой земли, чтобы он там открыл мат. И Мадхава Госвами Махарадж сказал, что тоже поможет там все спроектировать и построить. И вот он начал проповедовать. А потом в Бардамане Бхакти Камал Мадхусудан Госвами Махарадж начал проповедовать в Бардамане в двух местах. Одно опасное очень было, он его оставил и переехал, там тоже опасно было. В итоге Миднапур уехал. Митхапур, точнее. Много там материалистов всяких. Вот он оставил и начал проповедовать в Бардамане, вот этой всей области. Потом с помощью Шрилы Мадхава Госвами Махараджа был смог построить здесь храм прекрасный. Благодаря при личной помощи Шрилы Мадхава Госвами Махараджа, Бхакти Лок Прамхамса Махарадж ему дали кучу денег. Кешава Госвами Махарадж дал ему достаточно большое количество денег. Кто-то открыл храм вот здесь вот. Перед, напротив, перед храмом Шестирукого Махапрабху, ну, буквально первый храм в Майпуре. Вот перед храмом Шестирукого Махапрабху со стороны Ганги, в смысле переправы Ганги. И вот так проблему решили. Но особенность Наротамананда Брамачари было в том, что он всем сердцем уважал старших братьев Боги, Шрилу Кешава Госвами Махараджа, Шридхардев Госвами Махараджа. Он считал их своим Шикшагуру. Смотрите, какое у него отношение к своим братьям Боге. Он принял Кешава Госвами Махараджа. И Шридхардев Госвами Махараджа как своих Шикшагуру. Смотрите, а сейчас только завидуют друг другу, какая-то конкуренция происходит. Некоторые даже готовы убить таких конкурентов. И вот, но, к сожалению, такое все Кали-юга влияет, и не могут многие потерпеть подлинной проповеди. А что такое подлинная проповедь? Это Сиддханта Вичара Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. Они вроде что-то говорят в соответствии со своим пониманием. Обучение Шрилы Прабхупады редко можно найти, чтобы кто-то говорил. Вот Наротамананда Брамачари получил саньяс от Шридхардев Госвами Махараджа. В 1936 году вроде, может там другая дата, но примерно, если правильно запомнил, там. И вот Шридхардев Госвами Махарадж был очень разумен. Он и вот Шрила Прабхупада дал ему Гаур Аширвад Патру, такой сертификат в день Гаура Пурнимы. И Шрила Прабхупада, он вот, в соответствии с заслугами, с
настроением служения. Шрила Прабхупада давал такие титулы, сертификаты. Гуру Махараджа был дан титул. Вот это Патра Видьяланка. Как-то так. И вот ему дали титул Бхакти Камал. Шрила Прабхупад написал ему этот, в его честь, дал вот этот титул ему Бхакти Камал. И Шридхара Девгасвами Махарадж был очень разумен. Он выразил почтение Шриле Прабхупаде, и когда давал саньясу на Уттамананде Брамачари, он, вот Шридхара Махарадж, он дал такой, оставил ему такой титул Шрила Бхакти Камал Мадхусудан Госвами Махарадж, дал ему такое имя, когда тот получил саньясу. Поскольку Шрила Прабхупад уже дал ему титул Бхакти Камал. И не только это, я еще многое сказать. Мы должны гордиться, что мы получили прибежище в Гауди Матхе, что мы слушаем Гауди Катху и Сиданду Шрилу Прабхупаду, мы должны быть очень осторожны также. И вот он очень любил Шрилу Сиддхартху Госвами Махараджа, всегда выражал ему почтение. И он ходил слушать Хари Катху, и Сиддхартху Махарадж тоже давал ему какое-то служение, как редактирование Сарасват. В общем, книгу какой-то что-то там редактировал. И вот там Гауди Патрика. Называлась Бхагават Патрика или как-то так. И вот он был главный, этот редактор этой Патрики. И вот он говорил: «О, мой брат Боги, ты великий редактор, ты работал вот это в газете, и поэтому приноровился все это редактировать». Как Шрила Мадхава Госвами Махарадж. Он дал служение Шриле Пури Госвами Махараджу, чтобы тот редактировал Шри Чайтанья Вани. И Гуру Махарадж был редактором Гауди Патрики, я могу показать. Это его этот. Вот, в общем, дали вот такой титул, не выговорю. Прамод Бхушан Чакраварти в конце. В общем, он был редактором вот Бхагават Патрики. И после этого Сиддхартха Госвами Махарадж попросил: «О, мой брат Боги, если ты мог вести Навадвип Дам Парикраму, то я был бы очень счастлив, я знаю, ты очень ответственен». Шридхара Махарадж дал ему такую ответственность, Бхакти Камал Мадхусудан Госвами Махараджа, чтобы тот вел всю Парикраму, поскольку Шридхара Махарадж, его здоровье не было столь хорошо. Он говорил Хари Катху, Бхакти Камал. И вот Шридхартха Госвами Махарадж был очень счастлив и сказал: в этом материальном мире много всяких севак, но слуг, но такой слуга, как ты, такой севак, как ты, крайне редок. Я очень счастлив. Я не чувствую никакого беспокойства благодаря тому, что ты помогаешь нам совершать парикраму. Я совершаю свой баджан. Благодаря тебе я полностью свободен от всяких беспокойств и все.
все обязанности, которые ты взял к себе на свои плечи, ты исполнишь их, и это в этом твоя особенность. Я очень доволен тобой. И после этого он начал прекрасно проповедовать и начал принимать учеников. Также много учеников у него. У меня был друг, его ученик в Митха, в Пури Прадамане. Ачарья Махарадж какой-то. Ну, сейчас я с ними редко общаюсь, поскольку живут они там далеко. Не мало пересекаемся. Но... И вот Махарадж всегда, его особенность была в том, что если он говорил какую-то харикатху, он цитировал что-то из Бхагаватам, какой-то пример. На любую тему, какую бы он ни говорил, он всегда цитировал какой-то пример из Бхагаватам. Совмещал это с обсуждаемой темой. И когда Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджа было возможно восстановить, вернуть место явления силы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати, и тогда на в открытом собрании наш Бхакти Камал Бадзон Госвами Махарадж сказал, что у него множество братьев Боги. Многие очень богаты, но мало кто на себя взял. Никто даже не пытался, вернуть место явления Шрилы Прабхупады. Только Шрила Мадхава Госвами Махарадж сделал это. Он бесподобен. И Шрила Прабхупада очень доволен им. Настолько доволен, что только он смог исполнить такую невозможную задачу. И это произошло по милости Шрилы Прабхупады. Сейчас мы Гаудии, у нас есть шанс быть здесь. Вот Махарадж в Пури едет, он сначала посещает вот место явления Шрилы Прабхупады, потом идет в другие места, сначала идет к Баджакоти Гуру Махараджа, Шрилы Пури Госвами Махараджа принимает омовение, повторяет даник, какое-то время там находится, совершает баджан, и потом оттуда идет, ничего не выпив, не съев, и идет потом идет на место явления Шрилы Прабхупады, потом совершает парикраму, получится, потом идет Джаганнатху на даршан, Баладеву Супадри обходится, и потом только пьет воду. А до этого, Махарадж постится. Еще пешочком часто идет. Там пара километров, не так далеко. Then I begging kippa, I go to Prabhupada, Prabhupada kippa, then I go to Jagannath.
И вот перед тем, как зайти к Джаганатху и кланяться в Каши Вишванатху, вот с главной стороны, где-то слева, если с главной стороны смотреть, там Патитпам Джаганатх. А если зайти чуть дальше, там с левой стороны Каши Вишванатх. Вот я ему кланяюсь, и потом там Нарисимхадев в ворот в главном храме я, и потом я совершаю парикраму, и потом захожу в храм Джаганатха. У меня нет глаз, чтобы видеть Джаганатха, что я могу видеть, но все же иду и пытаюсь увидеть его. Таким образом, Бхакти Камал Мадхусунга Свами Харас. Он великий, преданный, и те, кто принижают его достоинство, они, несомненно, падшие души. Может, они такие вайшнавы, как Шридхар Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, они не посещали западных стран, но что? Они все равно великие проповедники. Я начал с того, что их поведение, их седанта, они полностью утвердились в учении Гуранги Махапрабху. И как мы можем сказать, что они не великие проповедники? Поскольку Шрила Прабхупад уже сказал, что те, кто утвердились в идеализме Гуранги Махапрабху, они лучшие из проповедников. Поэтому не думайте так, из-за зависти мы не должны пытаться принизить кого-то. Следующий день я буду говорить, как следовать Бхагавад-дхарме под руководством, под стопроцентным руководством Гурупад Падмы. Я буду говорить дальше об этом. Acharya Arani Abdoshad Antevaoshi Uttara Arani Tat Pravachanam Sandhyanam Vidya Sandhi Shukhabho. And next day, you can remember me. I forget. This sloka and another sloka I can discuss. Very important. Tatro Bhagavad Dharmana Shikshat Gurvatma Daivataha. This sloka I can discuss next day. You can remind me. I forget. Whole time I am going. Mancha Kalpaduru Sikipa Sindhu Bhavacha Patitanam Kavana Bhavacha. I forget. I think I can discuss. In course of discussion, I forget. Yesterday I speak one special stroke. I should discuss.